Демографическая ситуация, а вместе с ней рынок труда в области сильно меняется. И эти изменения требуют активного вовлечения лиц предпенсионного возраста в трудовую деятельность. Изменяется структура в части именно увеличения количества лиц более, так скажем, старшего возраста. А это те люди, которые имеют очень серьезный жизненный опыт. Это люди, которые имеют желание еще что-то делать и, в общем-то, очень активны в своей жизненной позиции. В рамках национального проекта «Демография» начала действовать программа обучения лиц предпенсионного возраста. Она рассчитана на 6 лет и предполагает возможность компенсации предприятиям средств из бюджета, затраченных на обучение и переобучение. Ежегодно по ней должны совершенствовать свои навыки 497 жителей области. Работодатель сам выбирает, кого нужно обучать. И затем в полном объеме предприятию возвращаются деньги, затраченные на эти нужды. Нет в программе ограничений по профессиям, кого учить, на кого учить. Нет ограничений по направлениям обучения, по уровню обучения. То есть это может быть повышение разряда, это может быть доучивание какой-то отдельной квалификацию, какую-то отдельную компетенцию доучить. Это может быть профессиональная переподготовка в полноценном режиме с получением диплома о переподготовке. Обучение может проходить как на самом предприятии, так и в учебных заведениях региона. НПО «Марс» стало первым предприятием, где воспользовались возможностями программы. 69 сотрудников уже прошли обучение. Участвовать в программе заинтересованы еще около 100 предприятий области. И мы комплект документов уже собрали. Сумму мы уже определили к возмещению из бюджета. Поэтому сейчас будем ожидать возмещения этой суммы, после чего мы продолжим, потому что проект этот долгосрочный, нацеленный на несколько лет вперед. И, конечно же, сотрудников предпенсионного возраста мы продолжим обучать с возмещением средств. Кстати, программа предполагает возможность повышения квалификации для всех остальных предпенсионеров, кроме безработных. Для этого они должны стоять на учете в службе занятости. Егор Титов, Александр Кудряшов, Новости Улправды ТВ.